Старшеклассники Барвихинской школы вместе с активистами Одинцовского отделения партии «Единая Россия», участниками патриотического клуба «Помни» и молодогвардейцами провели флешмоб «Своих не бросаем» в поддержку спецоперации на Украине. Мы видим, как консолидируется общество. Вот для нас это важно. Важно для того, каким будет будущее вот этих ребят, которые уже там через год или в этом году становятся выпускниками и уходят в большую жизнь. Потому что на самом деле через гражданскую позицию каждого наша страна становится сплоченнее, монолитнее, становится более консолидированной и становится, конечно, более сильной. Подобные акции проходят и в других школах округа. Кроме того, единороссы вместе с волонтерами и учащимися проводят сбор гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса. В пункты размещения передали уже более 300 килограммов продуктов, одежды, бытовой техники, предметов первой необходимости. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».